Лично для меня успех – это заниматься любимым делом, то есть делать то, что ты любишь больше всего на свете, при этом быть гармоничным во всех сферах жизни, то есть не только там в науке, в образовании, а и в семье, и в работе, то есть абсолютно везде. 25 числа в 15:00 в актовом зале КГУ пройдет вручение премии «Успех». Приглашаю всех вас приходить на это мероприятие.